Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова упоротые, сегодня больше обычного, наверное, бруталы. Пойдем Кинзи найдем, привет всем. Где она находится? Не знаю, это загадка вселенной. А зачем вселенной. Она нам нужна? Ну, помнишь, когда мы в предыдущей серии с роботом... Ну, ты понял. Что так? Ну, вот, робот. В борделе ее нет. Я тоже искать пошел, я сразу сюда. Сейчас, секунду. Don't worry. Что у нас с Почему? У меня наоборот, ты показываешься, что там снизу ковыряешься. Я снизу, вообще сверху. Ты любишь сверху? Ну, черт. Короче, это был секс втроем. Ой, сегодня, блин, мы просто... Сегодня вторник, да, отлично. Слушай, а мы тут, я тут не был еще ни разу. Как не был? Слава богу. Найди Кинзи. Ну, я не умею. А вот Кинзи, я нашел Кинзи. Господи, я надеялся, ты не найдешь. И, кстати, я там такая... Кинзи! Актриса озвучивает, ничего даже. Мне их кто-то кидал на стенку ролик. Ого! И ты такой стоишь. Блин, а чё? Чёрт. Ну ладно. Вружного. Кинзи! Кинзи! Короче, пойдем в город. Talk to Kinzi. Talk to the hand. Talk to the hand. Oh, yeah. А, внешность поменять, я считаю. Да, кстати, уже надо давно внешность поменять. Да. Слушай, это кресло сделано, знаешь, как вот эти сумки на вокзале. Ну, вот эти баулы, блин. Вот такой, с такой тканью обшит диван. То есть, это находка 21-го. Или какое тут столетие? It doesn't matter. Нет, это важно. Короче, блин, ох, какие вы сегодня уставшие. Я выхожу. Из игры? Ну да, ладно. Я пошел спать. Попишем потом, попозже. Так, кто-то тут что-то говорил про магазин Nobody Loves Me, что ли, или Let's Pretend. Знаешь, где он? Да, вот этих магазинов хоть и ешь, понял. Попой? Ага, попой. Ты что там делаешь? 1600 километров от меня. Я вообще в другое место вышел. А ты это сделал. Я замечательно это умею. Супергерой сбил машину новостей. Отлично. Что, начинаем, точнее продолжаем. Так, короче, это у нас Planet Zin, это не то. Planet Zin. Planet Zin опять. А что ты внешность погнал меня и сразу с одеждой? Нет, я хочу просто там в магазине одежды, вроде как прикол какой-то есть. Ой, господи, куда я залез? А как парить? Все парить? Вообще все вспомнил. Вообще все вспомнил. Вспомнить все. Даже вспомнил, как меня зовут. Нет, шучу. Что у меня делает тут дабстеп ган? Я не знаю, откуда. У тебя есть дабстеп ган? Да хрен знает. Сказали, если мы какие-то квесты пройдем, по-моему, какие-то Дэвида нам дадут дабстеп ган. Ну, у нас, наверное, он есть уже. Потому что мы какой-то там же, типа... Ну, ты понял. Ну, типа, короче, у нас там... И что он дает? Без понятия. Дабстеп. Он какой-то... Шоп, блин. Чтобы... Шоп попал вообще. Шоп локнуть. А, я не хочу. Я не хочу локать шоп. Что ты несешь вообще? Да, я хочу... Во! Да-да, прикольно. Он под дабстеп колбасится, я вообще все машины вокруг понял. Ужас какой. А, тут такие макары, ну ладно. Блин, это зачетная пушка, мне понравилась. Ты где там, далеко, нет? Конечно. Конечно. Я что-то натупил. Мне что-то так понравилось, я хочу еще стрелять кого-нибудь. Стрельни в кого-нибудь, пожалуйста. Нет. Ты стрельнул? Нет. А сейчас? Так, nobody loves me. Так, стоп, старт хакинг. Body sex. Female. Че сказал? Body sex female. Не то. Так, резет. Race. Кавказская женщина, самая горячая женщина в мире. Race. Я вообще какую-то хрень делаю. Фильд. Самый жирный. И хороший. Кожа. Выберем кожу цвета перси, конечно же. Потому что это кавказская женщина. Кавказская женщина цвета загорелый перс. Что ты там меняешь?
Body Mask. Господи, где у него морда лица? Слушай, это не было. Какого хрена? Возраст, лет 191. О боже, вот это вот шедевр. О да, детка. Ты хороша. Целлюлит на жопе, кстати, очень сексуально. Что ты там? Я не хочу... А, ты видишь, соспиняешь? И... Нет, я так кардинально не буду. Мне просто охота очки. Интересно, а здесь есть очки звездочка, как в третьем Терминаторе? Надеюсь, нет. Но... Блин, ну почему здесь нету... Как лицо? Где лицо создается? Ну, в этом, как его... Так вот именно. А чего нет-то? Ага. Body mask. Кавказская женщина. Подожди, это тот магазин или не тот? А, фу, я тут туплю. Фу, я туп. О, я тупой. Но тупой. Ноуз. Это, видимо, не тот магазин. Слушай, а что Время дабстепа, стерва. Бич. Народ просто вообще на своем. О, вот это настоящая Габришвили. Габришвили. Блин, надо тебе показать. Я еще не создал. Кто стрелял? Мне тоже надо будет создать что-то, но... Короче, ладно, я пошел к тебе. Как там создание персонажа? А, отлично. Не знаю, я бы в этот раз... Да хотя, что мне, я буду конного варвара создавать. Я буду создавать его спутницу. Которую будут звать... Фрейд! Фарита. Фарида. Фарида. О, господи. То, что надо. У них не бывает голубых глаз, бывает только черный, как ночь, как сливы. О, так нормально будет. Лучшее оружие в игре. Сливы? Да нет, дабстеп. Это вообще просто... Бах, я головой ударился, я терминатор. Я могу. Такие средне-большисти глаза. Средне-большисти? Да. Что-то мне уже совсем страшно становится. Это взгляд в душу просто. Да, как будто демон из пучин ада смотрит прямо в душу. Да-да-да-да-да. Так. Так, хорошо. Я просто прибежал тебе дабстеп-ган показать, но ты там, походу, надолго. Я там очень надолго, на самом деле. О, кавказские женщины очень горячие. Слушай, так. Страшно. Мне, в принципе, не так много менять надо. Везет. Прическу так. Косички. О, господи. Где-то что-то похожее на кам. Можно сделать кавказскую женщину на милашку. The hell with you. The hell you will. Кам. Are you here? Во. Нет, это какой-то, я не знаю, это хиппи. Хиппота. Хиппота. Хиппопотам. О, роковая женщина. Стопудовый. Это слишком. На лице у меня ничего не было. Кемериец. О, вот это будет. О-о-о-о-о-о. Оно. Черные, как ночь, волосы. Немножко усов не помешает. Таких ненавязчивых грузинских усиков. Ты не понял, там мужика или бабу делаешь вообще? Если бы я только знал. Конечно, женщина. Я же тебе говорю, усиков. Ага. Грузинские усики. Конечно, это женщина. Окей. Так, все, теперь мне нужно одеться. Потому что в этих очках я выгляжу как последний дебил. Ну, как обычно. Так, мап. Так, где бы найти нормальный магазин одежды? Том. Че? А кавказская женщина красится, как ты думаешь? Я думаю, на Кавказе очень красивые девушки. Ты. В моем случае это не поможет вообще. Даже макияж. Планет Зин. Блин. Короче, надо просто бегать и открывать.
Интересно, а как тут машину? Ну-ка. Так, это... Phone. Vehicle delivery. Окей. Тиш. И как мне ее доставят? Блин, как-то все тут очень странно, я считаю. Почему ты так считаешь? Ну, не везут мне машину. Зачем нам машина вообще? Но у меня охота на машине покататься. Вот бывает такое, бывает. У меня что-то сломалось, по-моему. Машина не работает. Прикол ждется. Все, нет. Ноу, надо еще одежду выбрать. Соответствующую. Ни хрена себе, что-то упало. Смотри на людей. На людей. Ты тебе набегал. В оружейке. Да. Толково. Я там себе шотган проделал. Давай, танцуй! Танцуй, дабстеп, ура! Танцуй, да! Пляши под мою дудку. Смотри, какой у меня, как у Антона Чегура. Ну, это смотрел, там старикам тут не место. Да, смотрел. О, точно. Пневмат такой. Давай, короче, иди там. Я иду, блин, там. Иди там. Мне нужен магазин одежды. Мне нужен нормальный магазин одежды, просто найти. А, мне любой. Тебе любой. Окей. А где тут? А где тут вообще хоть какой-нибудь? У нас не так много их открыто. Да, хорошо. О, нормалек. Давненько уже на машине мне не приходилось кататься. Как в старые добрые времена. Как в старом добром Saints Row 3. Ага. Показывали сюжетное DLC, короче, к Saints Row 4, там, за реднеков играешь. Ну, деревенщина американская. И он такие, ого, такие зубы дальше. Это как старые. И там, короче, цвет неба нормальный, не знаю. Ну, вроде прикольно такой. Ничёшное. Мне понравилось. Блин, есть у вас нормальный магазин одежды? Даже управление забыл за эти полторы недели, что мы не играли. И сколько там? Это поболее, наверное. Ты еще там кластеры собираешь? Да, я по пути собрал просто. На самом деле мне нужен... I need your clothes, your boots. And your... Это как чача. Блин, я же не посмотрел на твоего персонажа. Что-то так... Еще не готов. It's not ready. Not ready at all. Wait a second. Короче, тут есть вообще нормальные магазины, нет? No. Тут я нормально лечу. Окей. Блин, город такой шикинский. Что-то не то. О, кажись, то, что надо. Вот там, по-моему, сейчас будет... Нет, это оружие. Давай в оружие загляну. Слишком... Слишком изящное лицо, что ли? Блин, дома так прикольно. Да подвинься ты уже. Да, прикольно, по нему такая матрица переливается. Блю. Свали. Вали. Вали. Во, вот это будет нормально. У меня сексуальное тело. Боюсь предположить. Так, lower body. Больше упоротости. Вот это будет вам. То, я что-то не то сделал, по-моему. Все, у меня лоудинг полнейший. В смысле, у тебя? Ну, нет, у меня. А, давай. Так, что ты делаешь вообще? Что? Я не тебе, я себе, я поражаюсь просто своим... Он ведь галоши. Нет, это не галоши. Великолепным мыслительным возможностям. Процессом. Да. Это пипец, так упороться, что элементарная вещь, не понимать. Да. Ой, да господи. Руханный. А что сейчас со мной будет, если я не успел?
А где ты вообще? Я магазин пытаюсь сломать. Ого. Ой. Прикинь, здесь эти. А, блин. Потенциальные трупы. Так, чтобы все это открыть. Ого. Есть какой-то свой баг. В смысле? Что там такое? От тулова висит в воздухе и что-то хочет. Бывает. Да, по-всякому бывает. Так, я так понимаю, что мне уже не дадут это все скрыть. А, больно. Тебя уже убивают? Бывает. Черт, это я. Почему, Ген? Че ты несешь вообще? Я пытаюсь создать это. Но тебя убивают. Да, блин. Так, допустим. Короче, меня стреляет это. Not possible. Хрен с ним. Че, Тёма, как дела? Давай же какую-нибудь миссию начнем. Все, я готов начинать миссию. У меня какой-то полуфабрикат получился, я не успел одежду нормальную купить. Почему там меня уже пришли убивать? Ну, как. Братья, брата! Братюха! Виновен. Все, теперь виновен. Guilty enough. О, эта машина же здесь, она в предыдущей части была у копов. У копы. Звони кого-нибудь. Сейчас я уйду от погони. Бордель. Четко. Я бы хотел такой, честно говоря, в магазин одежды забежать. Но что-то, походу, уже не успею. Там очень много врагов. Talk to Kindy. Ну, нажал я. Так, окей, мы вместе там. Я бегу, короче, на задание. Ага. Я, говорит, там-то, там-то. Кстати говоря, говорят, что если задание за Кита Дэвида полностью выполнить, то у нас будет стамина бесконечная. Ну, кому она нужна? На самом деле, да. Слушай, ну мы опять выходим. В Real World. А, ты вышел в Real World? Ну, нам надо выходить, потому что Кинзи-то там. Ну, ладно. No problem. Выходи. Ус. О-о. О-о. Чё там, как? Ну, жду тебя, что ли. Меня-то чё ждать? Выходи, я тоже появлюсь. Нет, я уже вышел давно. А-а-а. Я уже рядом с Кинзи. А-а-а. Вот ночью. Я не могу парить. Верните, подключите тебя к матрице. Прикольный пацан получился. Напоминает этих нянек. Что-то мне нехорошо. Бывает. Сейчас восстановится уже. Даже. А, еще раз. Давай. Ох уж этот шарик. Охотничек нашелся. Ты, говорит, из ничего делаешь много шума. Прекрасная возможность. Если мы не поможем, говорит, Мэтту, он умрет. Ладно, возьми. Нифига. Они были. Не полезу я на эту страсть. Вот это прикольная тема. Ты прекрасна. Я, говорит, с роботом разговаривал. Кидает порно посмотрит. Нормальный образ. Не, зачетная вещь. Это твой аватар. Каково это, предать свою расу? Слушай, ну все. Нормально. Мне больше не хочется в матрицу. Я уже хочу управлять боевым роботом всегда. Должно быть так громко? Не. Эш. Эш. Они были киборги. Киборги. Кандидаты. Киборги. На выборы. Как ты так делаешь? Шу, я могу летать. ЛБ. Будьте здоровы. Не. Я могу летать, черт. Летать? Да. А как ты летаешь? Вообще как так? Как стрелять? Стрелять пока вроде как. Зря. Подвинься, пацанчик. Есть покурить, пацанчик. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Откройте двери.
Так, Engage Jump Jet. А, нам лететь надо. Что-то надо делать с голосом. Я не вытянул. I found a bigger dog. Yeah. Hulk smash. Вот там кто-то стоит. Я туда не полезу. А я запросто. А, там какая-то турбина. Так, не, ну жорж как там стрелять. Фига, он нужен без стрельбы. Ну как, ломать, убивать. Да, блин, это самая лучшая игра на свете. Получаешь. Офигеть, кто-то. Я топтан вас. Я ваш дом труба топтан. Да. О, кто-то тут стеночку прибит. Да. Я думаю, они офигели там. Такие, нифига себе. Ниху. Такие. Конечно. Конечно. Не. Давай. Да, слушай, что такое там? Чё пролет? Я не могу его достать. А нет, могу. Достань его! Да вон за киборги, смотри. Эй! Слушай, а на здоровье, это синяя, да, полосочка? Это нормально на здоровье. Ты главное киборгов убивай. Пополняет здоровье. Ты убиваешь, я пополняю здоровье. Shoulder bash! Норм. Блин. Это очень странно, мне нравится. Эти штуки полны людей. Реально. Ну, может быть, не все. Воу-воу. Дверь открылась, я вижу. Ты там идешь? Там? Да. Мы приближаемся к Мэтту. А откуда он знает? Но у вас планет круче робот. Миллион раз. Не играл. Значит, миллиард. Чтоб тебе обиднее было. О, тут его выпустили. Или он, похоже, убежал. Бам-бам-бам! Я буду делать бам-бамы. Я буду делать вам больно. Я буду делать бам-бамы! На, получай. Сидишь, Тёма, иди сюда, стой. Йоу-йоу-йоу. Не! А чё там за дверь? Не! Тебе просто надо было войти. Я не умею. Где он? Спокойно, спокойно. Ему и так непросто. Знаешь, с голой жопой в холодном коридоре. I need your clothes, your boots. Come with me if you want to live. Come on. Мне нужно здоровье. Because you're Batman. Ебать, Batman, говорит. Because you're Batman. Ой, я нашел ящик. Пушек, говорит, не хватает. Сейчас, говорит, на этом запчасти будет вам пушки. В этих синих ящиках аптечки. Да? Победить. А, защитить Мэтта. Я думаю, блин, подожди. Как это полетали. Как птицы летают. Иди до сюда. Что-то они хотят выходить. Краш, ну ты отойди. Да нет, они все равно боятся и стреляют. А, я что боятся. Все в зеркало, да, видел? Зеркало трескается, как ему покажу. Че, вышли, нету? Да, идут, да. Ну, мои, слава богу. Вот и славненько. На, получай, вот так вот. Грузин рулит роботом, это опасно, йоу. Там кто-то бежит еще. Смелый парень. Так, куда ты пошел? Улетел. Они вот это вот тупо сидят там в этих дверях, это меня раздражает. Ну ты просто отходи, они будут выходить. Нет, я хочу около двери их встречать. Ока. И сгаляться. Но они и топы.
Ну и чё? А, вон там один еще сзади. Ты живой, что ли? Это тупо, что у него оружия нет. Сейчас нам пушки поставят. Новый чувак ставит нам оружие. Чёрт. Чем он ставит нам оружие? Это интимный вопрос. Типа поставил оружие? Так, правый триггер, fire cannon. Правый бампер. Just shoot. Shoot me then! Атунг! У нас проход завалило. Доктор, у вас тут проход завалило. Не знаю, я просто полетел. Да, это слишком скучно. Вон там вот сколько. Тыщ. И там тут. Е-е-е-е-е-е. О, там киборги. Блин, киборги. Патроны бесконечные, я надеюсь. Ну я не за этого пока, чтобы они там тратились как-то или что-то в этом духе. Миниган! Миниган, миниган. Terminated. You are terminated. Тебя только что, извини, терминировали. Простите, вот вас терминировали. Аптечки. Аптечки. Короче, нужно опять держаться, походу, пока... Да говно вопрос вообще. Пока сюда подошел. Пока оно не пролетит. Нужно стоять и держаться за руки. Я не гомосек. Помню, конечно, но ладно. А что ты ракетами не пользуешься? А, пользуешься. Я экономлю. Экономишь? А они не кончаются. Природа. Мне все равно. Откуда ты знаешь? Откуда вы таки знаете? Да. Вот такие. О, сегодня, кстати, этот еврейский праздник. Еврейский Новый год. Так что все изи, мощи, ящи. С Новым годом вас, ребят! На момент выхода этой серии это уже не будет, конечно. Не актуально. Да, но, блин, это факт. Они прилетели из космоса. It came from the blackness. Я вас попрошу. Ладно. Ляпнул. Простите. А, я упал! Куда? Можно упасть? Вниз упал. Я не думал, что робот с турбиной может упасть. Черт, миссия-то провальна. Черт, реально провальна. Он имеет свойство заканчиваться, там, топливо. Нет, просто дело в том, что я вообще не видел, куда иду. Так что все эти слова про турбину, это просто отмазка. Я понял. Сработало. Сработало? Ну вот видишь. Я поверил. Киборги. Убивай их по второму разу. Иди налево, я направо. Че это? Я не умею налево. Я хороший. Да, налево пойду. Наша, ты слышала? Пал! Не. А ты че? Они все умерли. Вы убили их. Они придут сюда. Ты, говорит, где? Я близко. А, нет, говорит, вру. Но скоро, говорит, постараюсь быть. Обнадеживает. Черт, я чуть опять не упал, как ты. Как ты тогда? Не надо больше падать. Согласен. Меньше тоже. На то мы порешили. Ты его как он полз. Да, такой. Терминейтор. Да. Еврейским праздником вас! Bitches! Happy Jewish New Year, bitches! Таки. Таки. Окей. Таки Happy New Year. Полетели эти картологи. Да, какие-то еще новые налетели. Да, какие-то. Вот тут ты где-то и упал, что-то что-то. Да, не истери. А что, у нас проблемы? По-моему, мы развлекаемся. Такое впечатление, как будто, знаешь, мы тут вообще еле держимся. Вообще норм, не прилетай еще полчасика. Мы тут весь корабль этот сосрем. Я что-то сломал. Сейчас она прилетит. Ох, охереть их там. Там 200 миллионов. Я вообще не видел, что их там 200 миллионов. Все население Китая, как будто. Миллиарды просто.
в этой серии. И евреев, и китайцев. И грузины. Ну, короче, это самая российская серия. Российская? Российская серия. И Россия. Всех, короче. У нас кончились патроны, между прочим. Да, это нормально. А ты говорил. Значит, киборгов будем убивать. Я тебе говорил, канон. Нет, нет. Где-то я тут чапа! Come on! Shoot now! Killing! I'm here! Да, вроде. Получи байк! Он уже газа всяк. Да. Забыл песню, что ли? Нет. Я не успел. Видел, честное слово. Get to the turrets! Get to the turrets! Вау. Это как матрица. Да это все как матрица вообще. Ты только заметил, да, что это как матрица? Не, ну вот это как в игре про матрицу. Навуходоносор атакует. Пи-п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 и-
тогда пью-пью-пью было. I believe in Neo. Все, что имеет начало, имеет и конец. Neo. Neo. Все, что имеет конец. Не продолжай. Ох, я обожаю разговор в матрице. Ты че вообще? Че вы несете? Порнуху про матрицу. Че? Порнуху про матрицу смотрел? Нет, слава богу. Тоже. Не, я просто думал, существует она или нет. Хотел узнать. Да наверняка есть. На любую тематику есть. Ну да, я аватар. Я про Терминатора видел. Про аватара. Про аватаров я не смотрел, но видел точно. You are penetrated. Слушай, надо глянуть. А, да это вообще старый, еще в школе. Я фанат вселенной Терминатора, поэтому надо. Должен познать ее со всех сторон. Да, как можно. Саракона. Live with me if you want to come. Это вот это тут именно в тему. Что, у нас есть что-нибудь покрупнее, чем эти пука? No. Нас так-то уже сейчас разломает, если что. А я вообще не смотрю. Пидоси исполнил. Я, говорит, почти добралась, держитесь. Ну мы хэнгонгим, типа. Это такая канализация, да? Да-да-да. Да, надо держаться. Что у нас стало? Ей, говорит, нужна минута, чтобы открыть дверь. А какая минута? Что она делает, Кинзи? Приготовьтесь. Слева, она слева. А, справа, говорит. Тупая корова. Ого. Ты так убить можешь. С ума сошел. Дурачок. Ого, я тебя вижу. Ты там тоже, оказывается, сидел на турели и стрелял, да? Нет. Нет? Ты был не я. Ты ничего не виновен. Я только что, говорит, взорвал Capital корабль. Смотри на это. Самолет. Зачем ему один из этих строить в космосе? Кого-то держит на самолете. О, господи, Джонни живой. Джонни? Джонни живой? Джонни живой? Джонни мертв. Кто же тогда застрял на самолете? Джонни? Только так имеет смысл. Ты про... You're wrong. Я верну, говорит, своего лучшего друга назад. Wrong. That's back. Все, теперь мне нужен магазин. 3000 какой-то хрени дали нам. Какой хрени? Ну это не деньги, это не доллар, это какая-то хрень вообще. Это матричные кредиты. Ты не понимаешь. Это так называется, да? Ну, окей. Ну, я только что придумал. Я хочу переодеться. Я хочу, чтобы ты переоделся. Открытое достижение. Don't need to see him naked. Didn't. Так, там, Мэтт. Почему ты не замечаешь мою сексуальность? Так где ты вообще? Я так же брутален, как и ты. Где? Ну, вот он, я вообще-то стою. Я тебя не вижу. Отлично. Куда ты делся? Я тебя реально не вижу. А, окей. Че, вот я перед тобой. Так, ну давай уже в следующей серии тогда начнем. Подожди, почему я тебя не вижу? Ты как-то слишком упоролся, по-моему, с этим своим созданием персонажей, создал невидимку, нет? Черт, ты меня раскусил.
Вот а, вот, это... вот, появился. Ух ты. На свету это, конечно, нельзя показывать. Слушай, не смейся, да. Папа был усатый, мама был не бритый. Ой, ладно. Давай, короче, на самом деле прощаться. Давай прощаться на самом деле. На самом деле. Всем пока.